Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру СВАТ против зомби, второй сезон. Ух, поехали. Так, и у нас с вами, оу, да, 12 уровень. Кстати, подожди, ой, хотел же проверить. Ладно, потом проверим. Хотя можно и здесь проверить, да? Открываем эту коробочку, смотрим, что нам достается. 2400 монет. Так, L96 это снайперка. М5К. Рукавички. И L1. L2, 16 карточек. Хо-хоу. Так, щит. И U100 МК5. Что это за фигня, не знаю. Дубинка. Так, вроде бы неплохо так нам надавали. И давайте ставить следующий ящик на открытие. 9 звезд, да? Нет, пока не будем этого тратить, ничего. Давайте-ка посмотрим, что у нас здесь. Здесь мы можем забрать свое достижение. Вот это. Нормуль. Ребят, кстати, еще 10 значков, и мы с вами поднимем себе 7 уровень. Это я считаю, что хорошо. Так, ну а теперь давайте посмотрим. Мы сейчас сможем в данный момент кого-то прокачать. Причем довольно так хорошо. Так, где это у нас делается? Это у нас, я уже забыл, где это делается. Столько игр играть, еще бы не забыть. Так, значит, 12 уровень у нас на подходе. Так, смотрим. Дубинку мы сможем улучшить? По ходу дела нет. Нет. А если здесь? Сможем или нет? Улучшение. Нет. Потому что уровень бойца, видите ли, слабенький. Здесь можем. Но все равно, по ходу дела, у нас, ребят, слабее, да, получается? Сколько здесь? Урон 12, да? А здесь урон 19. Ну, естественно, лучше, ребят. Даже и нечего думать. Оставляем пока ее. Так, смотрим дальше. Автоматчика нам пока не нужно улучшать. Здесь тоже пока не дано ничего. Вот здесь можно. Можно, я так понимаю, улучшить, да? Можно ведь? Можно. До второго уровня. До третьего сможем? 1000 требует. Хорошо. А еще 1500. Офигеть, 1500 мы на него. Какое 1500? Это последнее улучшение было 1500. И щит еще можем, да, улучшить. А что вот здесь вот? Так, уровень бойца слишком мал. Почему мал? У нас второй уровень, да? А боец-то у нас, извини меня, 4 уровня. Почему слишком мал тогда? Может быть, щит слишком мал для меня? Чтобы его носить. Я в это еще больше поверю. Хорошо. Почему я тогда не могу, интересно, его улучшить? В таком случае. Ну, пускай даже если он мал, улучшить-то я должен как-то. Даже это не могу. Странно все это как-то. Хорошо. Раз не могу. Да ё-моё, что ты тут. Один раз всего нажал, он начинает сразу же перескакивать на 10 страниц, блин. Зачем ты так делаешь? Так, снайпер. Что у нас по снайперам? Опять же, ничегошники, да? Этого не могу взять, потому что он требует уровень 6. А мы еще пока с вами слабы. А что мы можем ему одеть, например? Слушайте, да по-моему ничего. А нет, экзоскелет. А что дает он нам? Здоровье 10%. Ну это надо на танков ставить. А вот рукавицы, урон 2%. Вот это можно, вот это мы оденем, пожалуй. Хорошо, так, кто у нас? А, у нас же еще появился, ребята, с вами медик. Медик. Так, улучшение можно сделать? Нет, нельзя. Медика я, наверное, ребята, пока не буду ставить. А вот здесь, по ходу дела, тоже нельзя. Хотя, ну-ка, нет, не можем. Ладно. У нас состав вот такой, ребята. Таким и продолжать будем, наверное, мы с вами играть. Переходим на миссию уже, как говорится, основательно. Все, поехали. Тут у нас ох, ничего себе, колодцы-то где находятся. Ой-ой-ой. Слишком близко, слишком близко. Для этого нам нужны сюда будут элитные войска, а это дуболомы вот эти вот. Не получится, по-моему, дуболомов составить, ребят. Или получится? Успеем, нет? Успел. Тогда сюда придется вот такого ставить, ребята. Хиленького. А что поди... Оу! Как это ты так вылез, блин? Давай срочно мину. Успеем его взорвать? Да я не понял, я же... Что случилось, так и не врубился, ребята.
Но было что-то очень жестокое. Давай-ка вот так вот мы с вами сделаем. Ага, вылез прям из-под ног. Свое он отгреб. Так, пока стоим, ребят, стоим. Все у нас хорошо, все под контролем. Зомбари, как видите, получает. Мне бы, конечно, снайпера как-то бы себе здесь поставить. Не помешало бы. Вон они идут, эти уродцы. Копьеносцы, или как их там? Копьеметатели. В общем, вы прекрасно поняли. Ну, дадут мне на снайпера-то, а? Или нет? Вроде бы нормально, накопил, ребята, все. Снайпер у меня готов. И мы начинаем зачистку. Так, давай-ка сносить тут и всех. А, вот так. Кто там у нас? Вот это, да? Пока, родной. А этот все там у нас бросает. На, гад! Не пробил. Пока не пробил, ребята. Опа, двоих сразу. Укокошил. Ну что, как видите, все отлично здесь получилось. Ага, мне не дали, ребята, третью звезду. По всей видимости, потому что ворота они пробили мне. Жаль, конечно. Ну, ничего не поделаешь. Так. Приступаем тогда к следующей миссии. 13-я улица. И здесь у нас опять копьеметатели, скейтбордисты, боулинги и все дела. Угу. Колодцы у нас вот так вот стоят. Что вы сейчас сделаете? Вы хотите сказать, что еще больше радиус? Ой, вы скоро вот здесь вот не сделаете. Чувствую. Ну, ждем, пока ждем, ребята. Ага, ползет сосунок. Давай вот сюда поставим. Так, я боюсь, сейчас из колодца где-нибудь вылезет упырь. В ненужном месте, как говорится, в ненужное время. Черт, придется так делать. Снайпер. Снайпер нам пригодится, ребята. Давай-ка. Бэм, хедшот. Так, и вот сюда поставим. Ха-ха, уже вылазит. Я почувствовал, ребята. Я увидел, что люк задергался. Соответственно, значит... Ага, ползет, ползет. На, гад. Как говорится, получил свое. Мы сюда поставим еще шокер, на всякий случай, чтобы к нам никто не смог подойти. И нужно, по идее, стражника сюда влепить. Было бы очень хорошо. Вот сюда мы, кстати, вот так вот поставим. Потому что из колодца может быть какая-нибудь гнида вылезти. И будет очень плохо. Иди отсюда. Идет он там, довольный, в растопырочку. Так, давай-ка вот сюда вот так поставим. Получи. Ох, сколько тут у нас всяких гаек повылетало. Получи еще один. Так, а если я, например, два снайпера поставлю, а? Будет прикольно или нет? Я думаю, будет очень великолепно. Представляете, да? С двух столов бомбить могу. Так, смотри. Так, вообще круто. Ну чё, кто тут еще будет на нас свои батоны крошить? Наверное, никто. Никто не осмелится. Так, снайперы, вы готовы? Ты дичь, готов. Бам, отлично. Ты чё там уже бросаешь, а? Олух. Вот и все, в принципе, ребята. Мы с вами прошли этих говнарей практически без проблем. Ты что вы делаешь, я не понял. Ха-ха-ха. Три звезды должно быть. Раз, два, три, отлично. На ранг выше. Хорошо, как скажете. Новый зомби. Гигантский зомби. Класс, 4 звезды, здоровье 600. Урон 75. Ребят, да это... Блин, это больше похоже на босса, чем на обычного моба. Что вот он? Вот он подходит, например, да? И что он делает? Бум! Ё-моё! Ого-го! Так, медленный, но очень сильный зомби. Трудно убить. Спасибо вам большое, блин. Да не хочу ничего тут это. Все пускай так и остается. Ох ты, ребята, и он нам попадается здесь. Выбора-то все равно нет, придется, ребята, с ним столкнуться. Я не знаю, получится ли у нас с первого раза его подбить. А будем пытаться.
Так, идут вначале мелкие сошки, но это и понятно, ребята. Как же без них-то? Как же без этих мелких упырей, прыщей и так далее подобные? Так, подожди, ну давай быстрее-то копись. Выставляем, пошел, родной. Ты будешь у меня стоять здесь. Так, еще два люка, надо их обязательно, ребята, прикрыть. Ох ты, смотри-ка, здесь вылез. Так, давай. Вот сюда поставим. Не пройдет, не должен он пройти, ребят. И вот сюда поставим. Так, наверное, сюда же мы поставим с вами шокер. Так, коробки эти все, понятно. Так, и, наверное, вот так вот сделаем. Хай, вылазит сразу же. Так, все, остается нам копить уже на снайперку. Ребята, по любасу нужно. Хотя, зачем нам снайперка? Здесь у нас идут амбалы, так? Так. Нет, снайперка все равно нужна. По любасу нужна будет снайперская винтовка. Вон он уже идет, ребята, смотрите. Сейчас мы заодно и... Я вот сюда на всякий случай поставлю... мину. Сколько, хрен его знает, сколько там она отняла. Как-то не показали это все дело. Давай еще сюда вот мину поставим. Разорвало к ядре, не фени. Сосунок. Но это он один был, ребята. А вы представьте, если их будет там с десяток. Вот у меня и снайпер, кстати, подоспел. Ну, я думаю, что здесь, наверное, шансов ни у кого не будет. Ты посмотри-ка, а. Оу, вот он идет. Ой, их тут много, ребята. Он уже не один. Ну-ка, отлично, пока все хорошо. Я мину сюда поставлю, ребят, на всякий случай. Вот здесь укрепим позиции, потому что хрен узнать, что тут. Сдох, один готов. Так, давай-ка вот сюда еще поставим, ребята. Так, будем бомбить потихоньку. Да, урон они, конечно, наносят нехилый. Да что ж такое-то? Стоит, ах ты, сразу двоих. Отлично, спасибо, прошли. Причем довольно хорошо. Так, ну что, ребята, еще два значка, и мы с вами перейдем на новый уровень. Погнали. Новый спецназовец, карабин. Хорош в дальнем бою. Убойнее, но медленнее штурмовой винтовки. Так, ну смотрим. Здоровье 60, урон 20, скорость, дистанция 600, магазин 15. А есть ли смысл-то тогда нам его ставить? Я думаю, что нет. Завершить, не будем ничего тут завершать. Все идет, пускай, своим чередом. Так, а здесь у нас, смотрите-ка, будут копьеметатели, боулинг, да, и здоровики. То есть вообще вся солянка, самая мощная, которая здесь у нас вообще была. Ой-ой-ой. Я даже не знаю, ребят, меня как-то немножко мандражирует это все дело. Ну фиг с ним. Будем пытаться, 15-я, тем более у нас миссия. Это последняя, именно которая находится на улочках. То есть, да, естественно, здесь будут самые сливки зомбарского общества на нас переть. Ну, я думаю, что мы в грязь лицом не упадем, да, будем отбиваться достойно. Так, идет у нас один нахламон здесь, одиночка какой-то. Ну, мы его вот так вот, ребята, будем здесь дубасить. Еще один идет. Давай-давай, быстрее-быстрее, делай откат. А, нет, вот так мы сделаем. Вот сюда поставим вот этого братюню. Так, еще один... Оу, тихо-тихо-тихо, не надо, не надо тут выделываться. Накумариваем его. Сразу вот здесь поставим еще шокера. Пускай он их в стан вгоняет, чтобы поменьше тут выделывались. И уже идет амбал. Как-то уж больно рьяно и быстро, вам так и показалось. Хорошо, ох ты, а здесь-то еще идет этот. Да как же быть-то мне тогда? Смотрите, боулинг. Хорошо, посмотрим. Ну, сейчас мы вот с боулингом завалим, ребята. Вот так мы сделаем. Он не пройдет. Пускай он там хоть забросает со свои шары. Вот это меня смущает, ребята, очень сильно. Смотрите, пробивают. Давай тогда следующего вызываем. Здесь вызовем шокера на всякий случай. Мину поставим. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Ну, хоть что-нибудь-то тут произойдет хорошего-то, эй. Будет падать или нет? Так, я не пойму, тут что, прорываются они, что ли? По ходу дела, да, потихоньку пробиваются. Ох ты, ты посмотри, сколько их здесь. Дайте мне срочно. Так, вот этого поставим сюда на защиту.
и еще одного поставим. Так, мне нужен, ребята, шокер. Вот так выставляем шокера. Ты посмотри, здесь они... Они пробились, ребята, здесь. Просто пробиваются, им пофиг на все. Идут. У меня не хватает, ребята, денег. Да, здесь мы проиграли. Хорошо, я переиграю сейчас этот уровень и попробуем немножко по-другому сыграть. Да не надо мне ничего от тебя, достань ты уже. Фух. Офигеть. Просто офигеть, ребят. Короче, как вариант, если сейчас мы проигрываем, я буду смотреть, я буду за звездочки открывать ящики. Больше пока не вижу вариантов, ребят. Они меня просто вынуждают это сделать. Тут такая жесть идет. Просто невыносимо. Гоу-гоу, вот тебе и гоу. Ага, куда вылез, сопляк? Здесь лично как-то мы очень быстро справляемся с ними. Вообще с удара. Почему-то там они стоят и тупят. Не знаю, с чем это, ребят, связано. Давай-ка я лучше сюда вот снайпера поставлю. Вот так вот. Ну и куда ты там разогнался, а, хламонище ушастое? Далеко ли там собрался-то? Так, снайпер готов. Убиваем. Так, пока вроде бы все прикрыто у нас. Вот здесь так сделаем. Снесли черепушку. Снайпер, давай. Вот так вот, двоих сразу прошили. Нормуль. То, что нужно. Так, здесь у нас колодцы, да? И стопудово из колодцев у нас попрут эти говнюки. Так, давай-ка вот сюда, наверное, выставим. Куда ты? Я же хотел выстрелить. Да что? Что происходит-то, блин? Я не понимаю, а? Давай вот сюда мину влепим. Так, здоровяки, здоровяки, не пройдете, гады. Давай сюда еще мину влепим. Да получите вы, ушастые упыри. Есть тут где-нибудь эти? Есть. Просто раздавили. Эх, не хватает, ребята, очков. Прорываются, просто прорываются. Несмотря ни на что. Согласитесь, это просто дичь. Ох, так, ладно, где у нас сундуки? Будем смотреть, ребята. Так, завершить за 8, да, завершаем. Так, понятно. Магазин нам достался. Здесь ботинки, не знаю, что они делают. Так, дубинка. Железный прут, наконец-то мы можем улучшить. Отличный щит. СКС. Хорошо, один мы открыли, давай следующий открывать. 3 звезды, завершаем, да. Что нам? Монетки. Снайперская винтовка. Дубинка, блин, тут шлак какой-то. Прицел, отлично. Следующую, давай, открываем, да. Так, монетки, понятно. Снайперская винтовка. Пояс, это что-то новенькое. Пистолет, мы им не пользуемся. Не айсово, короче. Так, открываем ящик, естественно, будем открывать. Так, монетки. Пояс, опять дубинка. И аптечка. Так, все. Свободный, свободный, свободный ящик. Это все у нас на бесплатно. И это у нас, я так понимаю, за рекламу. Я думаю, что пока не стоит. Давайте глянем, что мы можем с вами улучшить. Так, вроде бы дубинку можем, да? Нет, не можем нифига. Так, снайпер, улучшение. Есть, снайпера мы можем улучшить, ребята. Сколько там завершить? Одна, сгодится. Так, теперь, погоди-ка, погоди-ка. Я кое-что там, по-моему, заметил. Мы еще можем его улучшить или нет? Или мне кажется это? Так, ну-ка, бродяга, можем мы тебя улучшить? Можем! Ха-ха, хорошо. Давай-ка мы тебе оденем. Слушай, посмотри-ка, у нас СВДшка сколько? Урон соточка, да? А у тебя 80. А улучшить могу? Опа-на. Сколько становится? 106. Экипируем, ребята. Так, перчатки улучшить мы не можем, да? Пояс, а что пояс дает? Время перезарядки. Уменьшает время перезарядки. Так, а перчатки нам что дают тогда, получается? Силу атаки. 5%. Эй. Давай тогда мы, наверное, ребят, с вами перезарядку экипируем. Так, снайпер вроде бы у нас нормально обеспечен. Давай посмотрим теперь. Железный прут. Да, вот ты-то мне как раз и нужен. Завершаем. Все, он у нас стал покруче.
Я еще могу его улучшить? Или мне... Или мне это так кажется? Улучшение, да. Еще улучшили. Отлично, экипируем. Так, а прутик-то? Прутик-то твой можем улучшить? Прутик улучшить. Да, можем. И все, больше, к сожалению, нельзя. Больше экипируем. Вот так вот. Ух, так, у него бронежилет, да? Надет. Ладно. Следующий у нас кто, ребята, идет? Так, прут, дубинка. Дубинка, да, значит? Улучшению, по-моему, не подлежит. Ясно. Жаль. Ну вот смотрите, вот как хитро. Они делают знак восклицания, что типа, обрати внимание, что ты можешь улучшить. Так, что, не хватает денег мне? А так я еще могу, что ли, его улучшить, получается, или нет? Хм, странно. Так, мина. Короче, хил нам здесь, ребята, не нужен. Никакой эффективности мы от него не увидели. Будет ли толк у нас вот от этого чувачка, от щитоносца? Что он делает? Он нас просто атакует. А что он может носить? Он может носить рукавицы. Так, давай, экипируем. И попробуем его как-то улучшить. Левел 2. Ну, это понятно, что нельзя. Улучшение. Уровень бойца слишком маленький, так что, как говорится, гуляй, Вася называется. Ну, я не знаю, ну, наверное, все-таки надо попробовать его поставить, потому что, по большому счету, здесь нужна нам защита. И желательно по максимуму. В общем, я его беру. Я сказал, беру, что-то мне... Вот так вот. 500. Я его что, улучшил? Да, я ему щит. Завершаем. А, я самого его улучшил. Ладно. А здесь так не прокатит? Здесь нужны монеты. Монет у нас нету. Хотя, ребята, мы можем с вами сходить, наверное, разочек на хард. Я думаю, вы возражать не будете, да? Ох, улочки, жестокие улочки. Поехали. Ready, конечно, ready. Are you ready for you? Мы висели, не знаю где. Ну давай, давай, Чиполлино. Зеленоголовая Чиполлино приближается к нам. Сейчас он отведает силушки-то богатырской. Ох, на кого он батоны крошит? На спецназ. Кстати, да, надо нам посмотреть вот этого вот паренька, что он делает. Так, ну что, просто так же бьет щитом, да? Получается так. По всей видимости, да. О, собаки идут. Они сейчас будут перепрыгивать у нас. Я надеюсь, далеко-то не прыгнут. Нет, далеко, по-моему, они не прыгнут. Сзади я еще вот сюда вот бомбочку на всякий случай. Ё-моё, я же думал, собака проскочила. Но это был страшный сон. Это был глюк, ребята. Пим-пим, тревога. Тревога, тревога. Ну и где, где волна? Ага, бежит, бежит волна. Разочарований сплошных. Так, кто? У меня пока еще все целые? Да, все, как ни странно. Но это пока, потому что вот тут, я смотрю, сейчас одного у меня пробьют. Вот, смотрите, он слабенький все-таки, ребят. Но держался достойно. Да какого лишь? Смотри, всех там уничтожают. Ох ты, какая тут сильная волна. Но мы выстояли. Нормуль. Все хорошо, победа. А почему, ребят, я вот этого не могу понять. У нас же никто не прошел, никто не пробил. Почему мне дали только один герб? Почему одну звезду только дали? Я немножко не догоняю вот этого вот юморка. От чего это зависит? Ну что, давай открывать с вами ящик. Да, я хочу... Сколько? 10 звездочек я потратил, блин. Так, штурмовая винтовка, прицел, ботинки, L1 и антидот. Щит. Хорошо. Ладно, а сколько у нас по голде? Получается 3000, да? Ну-ка, я смогу вот здесь вот что-нибудь улучшить? Подожди-ка, я не понял. Он мне просит 1200. У меня же есть... А, нет, у меня 720. У меня 720 золотых, ребята. Но, по всей видимости, я могу улучшить.
И здесь могу улучшить самого снайпера. Опять же 1200 нужно. Ой-ой-ой-ой-ой. Щит, ну ты слабый щит. Так, а сколько у нас наносит? Урон 200. Угу, урон 200. Слушайте, может быть, рискнуть? А если улучшить? 1000, блин. Или же поставить вот этого. У него урон 20, как-то хреново. Тут урон 18, тоже не есть хорошо. Урон 20 с дробовика. Урон 20, да? Давайте вот так вот попробуем. Ну что, фух, была не была, поехали. Ребята, это у нас... Ёлки-палки, я опять ужас взял. Ядрёна вошь, да что ж такое, я все время забываю переключить. Ну ладно, ужас так ужас. Кошмарики. На воздушном шарике. Опа, 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 вылез там. Кусок, а? Кое-чего. Давай. Ты... А смотри, как они пробивают. Довольно жестко ребята бьют. Коробка нам там досталась. Смотри, они его заколбасили. Бедный спецназовец. Да, упал. Не выстоял, так скажем. Так. Давай бомби дальше, стреляй по этим упырям, по всем. Ну вот, что ты вылез? Что ты вылез, спрашивается? На. Ему пофиг, ребята, что там взрыв был. Ого. Сейчас волна пойдет. Вот так вот попробуем сделать. Вот она волна. Сейчас начнется здесь веселуха, по-моему. Я могу сюда дубинку поставить? Нет. Не будем пока сюда влеплять. Вот так сделаем. Ага. Пошел раз... Оу, расколбас-то какой побежал. Так, 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 скейтбордисты, блин. Куда они прут? Я не пойму, я не разбираюсь, ребята. Я не вижу, что тут происходит. Давай-ка вот сюда вот бомбочку влепим. О, вроде бы неплохо, ребята. Справляемся? Кажись, да. Ну что же, здесь мы отстояли честь Родины. Все. Так, открываем давай этот ящик. Да, давай, показывай мне, что тут у нас. Монеты, пистолет, экзоскелет. Ну, ничего хорошего. Все, переключаюсь, ребят, я на обычные улочки. 15-я миссия. Последняя моя попытка. Если мы не проходим, то уже встречаемся с вами в следующей серии. Еще попытка. Последняя на этот раз. Бежит. Так, давай. Нет, все-таки надо, ребята, где-то вот здесь выставлять. На начальных вот этих вот этапах. Будем пробовать отбиваться. Снайпер будет стоять у нас на самом заду, так скажем. Вот типа того у нас должно получаться все это дело. Вот здесь мы будем перехватывать. Так, скейтбордист. Сможет он здесь проехать? Да, он там хочет сейчас ломануть. Я, честно говоря, не знаю. Ну! Ага, молодцы, подбили его все-таки. Коробочка наша. Блин, мне нужен, ребята, снайпер. А что тут стоит-то? Деловой такой бомбит. Так, здесь подбили. Так, ни шиша не могу понять, кто тут, что тут и где тут. Давай-ка вот сюда побежим. Попробуем отбиться. Пока вроде бы нормуль. Если это можно назвать нормуль, то да. Вот тебе и дай. Возьми, елки-палки, дай. Давай бомбу замедленного действия. Бомба действует только на одного, ребята. Так, снайпер. Пофиг, да? Я вижу, что ему пофиг. Ну, давай вот так вот. Хрен там что помогает.
А если вот так вот сделаем, как перезарядка по всем фронтам. Погнали. Снайпер! Не покидай меня, родной! Так, здесь отбились. Еще дубинка. Давай-ка вот так попробуем. Ух ты, целая-целая толпа идет, ребят. Вот сюда поставим. Выстоим или нет? В этом беспределе. Эй! Блин, умудряемся как-то потихонечку. Но, как видим, еще очередная волна идет. Дай-ка вот сюда вот бомбу поставим. Ну-ну-ну-ну-ну, стреляй, чтобы не было им спуску никакого. Снайпер, давай вот этого вот гада мы с тобой заколбасим, попробуем. Эй, так не пойдет дело. Ху! Ребят, ну это просто какое-то чудо было, я не знаю, мы даже ни одной звезды не получили. Но зато мы прошли с вами этот уровень. Ух, ну что, дорогие мои друзья, давайте мы, наверное, с вами на этой ноте закончим это видео. Всем большое спасибо за просмотр, надеюсь, вам понравилось. Согласитесь, было очень жестко, но оно того стоило. Ну а мы обязательно с вами увидимся в следующем видосике и продолжим играть. Тем более у нас, ребята, открывается торговый центр. Будем уже здесь с вами мучиться. Так что все пока, всем удачи.